Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета силы натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы силы натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Мамба 120 фунтов. Стрела обычная, филд. И стреляем мы по сковородке. По алюминиевой сковородке. Типонь, вот есть что-то приятное, когда ты стреляешь по всякой ерунде, собственно, для чего арбалет не предназначен. Но что-то приятное такое в этом есть. И давайте теперь с мамбы с усиленными плечами по этой же самой сковородочке. Пойдемте посмотрим. Хотя нет, давайте не пойдемте, не посмотрим. Давайте еще раз выстрелим уже сразу с бродхедом, чтобы не ходить лишний раз. У нас, правда, всего 3 стрелы остается, но... Ну ладно, что поделать. А вот странно, да? Бродхед не пробил. Хотя филд пробил. Так, это у нас мамба. Стандартная, это усиленная филд, а вот это бродхед. Вот с другой стороны прям хорошо видна разница между спортивным наконечником и бродхедом. А алюминий-то на самом деле, я думал, тоненькая, она прям толстая, вот реально толстая, тут миллиметр 3, наверное, толщина. Короче, прикольно. Я удивлен, на самом деле, что бродхед вот прям так прям куртку пробил, на самом-то деле. Но это... Во. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.